Всем привет, всем здравствуйте! С вами Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Сегодня мы поговорим об ароматах золота. Золото, алхимия, все то, что нам очень интересно, то, что всегда искали и эзотерики, и алхимики еще с давних времен. Давайте начнем сразу с аромата, который всем известен, но я с ним познакомилась недавно. Называется Ylang Ingold от дома Maison Mikalev. Я с этим ароматом не была знакома, хоть он был выпущен в 2012 году. О нем много слышала, но думаю, дай-ка я его попробую. Тем более у меня идет подборка таких золотых ароматов. Вот так, если мы хотим, он выдвигается, этот флакончик. И то, что мне очень понравилось, это, конечно, что сама жидкость, она с таким золотым шиммером. И если вы нанесете, или когда вы нанесете это на себя, конечно, будет все это просто замечательно играть на коже всякими золотыми отблесками. В этой коробочке мне выслали также такую открытку, где написано об этом аромате. С другой стороны, описание аромата на английском языке. Так что, я думаю, всем может быть понятно. Давайте его послушаем вместе. Очень удобная открытка, как блоттер ее можно использовать. Это, конечно, золото лета, летнего солнца, пляжа. Когда вы загораете, ваше тело приобретает очень красивый оттенок, и у вас идет прямо целый напор энергии. Очень напоминает какие-то косметические средства, которые мы используем летом для загара, потому что здесь у нас, кроме иланга, есть ваниль и кокос, которые очень здорово слышатся. Еще у нас здесь есть сандал, магнолия, роза, ландыш и мускус. Но в самом начале нам обещают мандарин, артемизию, апельсин, но у меня почему-то сразу идет в ноты сердца и базы. Вкуснющий аромат. Магии как таковой здесь нет. Здесь есть набор сил, энергии и позитивного настроения. Так что спасибо большое, Юник, за такой отличный подарок. Откладываю его в сторону. Теперь перехожу к своей коллекции ароматов.